Здравствуйте, добро пожаловать на футбол в набережные Челны. КамАЗ против Шинника. Мелбет, первая лига, лучшая лига мира. И довольно ранний матч, даже по меркам выходного дня. Но и те, и другие должны бороться за очки, должны бороться за результат. Сегодня нас ожидает очень интересная встреча. Двух команд, которые, каждый из которых по-своему строит игру, но каждую из которых можно назвать по-своему организованной, тренерской, уже достаточно выстроенной. Один. Поехали! Да, действительно, поехали. Слева в первом тайме ворота КамАЗа в белой форме команды, ну, преимущественно в белой. И давайте сразу состав хозяев. В воротах Артур Анисимов, он играет под 31 номером. Владимир Кланцак, главный тренер этой команды. А сейчас мы видим опасный момент, и сразу гол! И сразу гол! Хозяева забивают. 40 секунд понадобилось КамАЗу для того, чтобы открыть счет. Дамир Таликин забивает Шиннику. Просто потрясающе! Просто потрясающе! Рано начался матч, и рано КамАЗ забил. И с левой ноги в дальний угол подкручивал. Красивый удар. Это Бадрдинов. Удар к воротам. Под перекладину мяч летел. Артур Анисимов. Второе спасение в исполнении голкипера КамАЗа. Очень прилично. Еще одна атака КамАЗа. Опять левый фланг. И опять опасность ворот Шинника. Передача на дальнюю штангу. И едва автогол не случился. Удар по воротам. Практически все ценное, все опасное, что КамАЗ сумел создать за эти 23 минут. Старается отвечать тем же, но пока атаки КамАЗа поострее. Смотрится удар, еще один, гол! 2-0 в пользу КамАЗа. Закрыт был своими и чужими футболистами вратарь Шинника. И Денис Рамбольд не успел и не сумел среагировать на удар из-за пределов штрафной площади. И Дамир Таликин из героя матча превращается в супергероя, потому что это его второй гол. 2-0. Матч, в котором принимает участие команда, входящая в группу лидеров. Это Шинник. Но атакует КамАЗ, атакует КамАЗ. Момент, Рамбольд выручает. И добивание. Гол! 3-0 в пользу хозяев. И забивает Руслан Куль. Владимир Кланцак не скрывает своей радости. Посмотрите, как стремительно рвался к воротам Шинника Ильнур Батрутдинов. Но сегодня у Шинника мало что получалось из привычного арсенала. Борис Фортуна. Борис Фортуна вежливый и точный. Точно в девятку. Борис Фортуна 4-0 в пользу КамАЗа во втором матче подряд. Забивает Борис. Красивый, сочный удар в девятку от Бориса Фортуна. Борис Фортуна, КамАЗ Шинник 4-0. 14-го тура Мелбет первой лиги. Дамир Таликин дважды, Руслан Куль и Борис Фортуна отличились. Абсолютно заслуженная победа хозяев. Лучший матч КамАЗа со старта первенства. Шинник отрезками напоминал себя настоящего, но все-таки вынужден был уступить.